Привет всем, с вами я, Аня Семенович. Мне так приятно разговаривать с вами об успешных мужчинах, ведь рядом с успешным мужчиной и женщина расцветает. Нам, женщинам, очень нравится в мужчинах их целеустремленность, оптимизм, умение принимать решения и брать на себя ответственность. Именно о таком мужчине и мечтает каждая женщина. Потому что это и есть успешный мужчина. И каждая женщина понимает это с первого взгляда. Но что делает мужчину именно таким? В основе жизненного успеха мужчины лежит его мужская сила. Именно она дает ему необходимый импульс для движения вперед во всем, что бы он ни делал. Каждый мужчина может стать успешным, и мы, женщины, от души им этого желаем. Ведь зачастую жизненные победы мужчины одерживаются ради нас и совершаются из любви именно к нам. Я очень благодарна всем, кто делится со мной историями своей жизни. Они важный и ценный опыт для всех остальных. Антон Селезнев из Нижнего Тагила с детства интересовался компьютерами. Технику он понимал прекрасно, а вот с людьми разговаривать разучился. Дело в том, что с компьютерами всегда все понятно. Программу можно написать, переписать. Тут все подчинено определенным законам, и они не могут быть нарушены. Ну а с людьми глаза говорит одно, а за спиной поливает тебя перед начальством. Обещает и спокойно себе не выполняет. Ну а с женщинами тут вообще настроение, капризы. Ну вот как во всем этом можно разобраться? Неужели всю жизнь я проживу без радости, без друзей, без любви? Как вот вы думаете, удалось Антону вырваться из мира техники в мир людей? Ответ мы узнаем с вами очень скоро. На пути к успеху для героя нашего сюжета, как и для всех остальных, важно поддержание мужского здоровья. Давайте узнаем, что по этому поводу скажет специалист. Проблемы с мужским здоровьем могут возникнуть в любом возрасте. В среднем, в пожилом и даже в молодом. Этому способствует малоподвижный образ жизни, плохая экология, стресс, отсутствие физических нагрузок, дурные привычки и многое другое. Научно доказано, что все эти факторы ведут к серьезным нарушениям эректильной функции, которые становятся угрозой возникновения еще более серьезных, порой трудноизлечимых заболеваний, таких как простатит, аденома, импотенция. Поэтому очень важно при первых признаках обратиться к специалисту и начать профилактику лечения, чтобы чувствовать себя здоровым, уверенным, успешным мужчиной. Танкат Алиплатинум – натуральный, безопасный и эффективный препарат для мужчин. Уникальная сбалансированная формула безопасно воздействует на мужской организм, заметно повышая уровень тестостерона – главного мужского гормона. Танкат Алиплатинум укрепляет эрекцию, усиливает желание, позволяет контролировать длительность полового акта, продлевает оргазм и не только. Танкат Алиплатинум позволяет каждому мужчине стать успешным, уверенным в себе и иметь максимум сексуальной активности. Танкат Алиплатинум – символ мужского успеха и максимум сексуальной энергии. 8 800 200 ровно 0202. Узнайте как. Герой нашей сегодняшней истории – Антон Селезнев из Нижнего Тагила. Работал, между прочим, системным администратором, но избегал живого человеческого общения. Антон совершенно не представлял, как ему быть, что делать, чтобы найти свое место среди людей. На что же он решился? Сейчас мы узнаем это от него самого. Встречайте, Антон. Здравствуйте, Здравствуйте. Спасибо. Скажите, а может быть, и не стоило ничего менять? Может быть, нужно было вам остаться со своей любимой техникой, компьютерами наедине, так и жить дальше? Вы знаете, техника никуда не делась. Я по-прежнему ею занимаюсь. Но прорваться к людям, конечно же, стоило. Ведь и техника, она сама по себе не имеет смысла. Она создана для людей. Поскольку я компьютерщик, то я понимаю, что во всем нужен системный подход. Раз есть проблема одиночества, значит, решить ее можно, только начав выходить к людям. Я действовал по системе, которую сам для себя разработал. И продвигался вперед очень маленькими шажками. Но я их делал. Теперь у меня есть друзья. И я знаю, как весело мы вместе можем проводить время. Это необыкновенное чувство. И еще у меня недавно родился сын. Да вы что, поздравляю вас. Спасибо. И моя жена даже говорит, что смотри, вот твое продолжение. И я счастлив. Вот что значит захотеть.
иногда, чтобы найти свой путь успеха и процветания, мужчины обращаются к специалисту. Сексуальный потенциал мужчины зависит прежде всего от общего состояния его здоровья. И среди этого общего состояния важнейшим является психическое состояние здоровья. Оно нарушается прежде всего трудностями и неудачами в профессиональной сфере, которые отражаются потом на сфере сексуальной, трудностями и неудачами в личной жизни, иногда сбоями в сексуальной сфере. И при таких сбоях очень хорошо помогает препарат Танкат Али Платинум. Он быстро и эффективно повышает уровень мужского полового гормона – тестостерона. Причем действует он практически на всех людей. Препарат Танкат Али Платинум полезен не только людям, у которых имеет место эректильная дисфункция или преждевременные семяизвержения – два главных нарушения, психогенных нарушения. Препарат Танкат Али Платинум очень полезен тем, кто вообще-то ничем не страдает, но от природы функционирует на четверку, а хотел бы функционировать на пятерку, а большинство мужчин вообще хотят функционировать на 6 с плюсом по пятибалльной системе. В основе Танкат Али Платинум лежит секретная малазийская формула, которая долгие века хранилась в тайне. Создателям Танкат Али Платинум удалось повторить заветную формулу мужского успеха. Производимый в Малайзии Танкат обладает силой древнего рецепта. Танкат Али Платинум. Символ мужского успеха и максимум сексуальной энергии. 8 800 200 ровно 0202. Узнайте как. Кстати, интересно узнать, каково общее мнение об успешных мужчинах. Наша съемочная группа опросила людей на улицах города. Сейчас мы узнаем, что думают они. Успешный мужчина. Ну, наверное, когда денег хватает на все, что хочешь. Ну, нам, женщинам, хочется чего-то другого. Его легко заметить. Он как магнит притягивает. А есть успешный мужчина. На хлебушек с толстым слоем масла уже заработал. И по мужской части не жалуюсь. И жена, и подруги. Все довольны. Я рада, что большинство опрошенных считает примерно так же, как и я. Успешный в постели, успешен во всем. А я в следующей нашей программе расскажу вам новые истории об успешных мужчинах. Но вы не ждите продолжения. Путь к успеху вам может открыться уже сегодня. Смотрите внимательно на экран. Я Анна Семенович, официальное лицо натурального препарата для мужчин Танкат Али Платинум. Многие задают вопрос, действительно ли он работает? И я отвечаю, конечно, да. С препаратом Танкат Али Платинум вы без труда произведете впечатление на любую девушку своей сексуальной силой. Звоните прямо сейчас. По телефону 8 800 200 ровно 0202. Первые 20 дозвонившихся получат 20% препарата абсолютно бесплатно. Это раз. Индивидуальную схему приема препарата – это два. Ну и это еще не все. Каждый, кто приобретет Танкат Али Платинум прямо сейчас, имеет реальный шанс выиграть суперприз – ужин со мной, Анной Семенович. Это три. Я имею дело только с успешными мужчинами. Танкат Али Платинум – это просто. Ведь это символ мужского успеха и максимум сексуальной энергии.